следующий раз, когда пойдете в кино в 3D, будьте осторожнее, потому что одна американка забеременела от просмотра на в 3D. Несколько лет назад Дженнифер пошла с друзьями на фильм в кинотеатр. Через неделю после просмотра она почувствовала себя нехорошо, купила тест на беременность, и он показал положительный результат. Пока белый муж белой Дженнифер служил в Ираке, девушка родила вот этого чернокожего ребенка. В интервью Дженнифер сказала, что ее ребенок очень похож на одного из актеров фильма, и в скором времени она намерена предъявить ему иск. Муж Дженнифер уверен, что она говорит правду, потому что фильмы в 3D невероятно реалистичные. Он сам просмотрел этот фильм, чтобы убедиться, что некоторые актеры действительно могли стать отцами его ребенка. Знаете, меня, в принципе, давно не удивляют всякие господа, ну, поняли, которые считают, что да, там, я буду верить своей бабе и все такое, она никогда мне не соврет и поверит даже вот в такие фишки. Ну, другие-то люди, которые верят в подобное, вы вообще адекватные, вот прям, вы адекватные?